Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Роман Крецу. Я являюсь представителем компании Mongol Group Санкт-Петербург. Для того, чтобы произвести табак «Осман», глава компании лично принимал участие в отборе сырья для производства «Осман». Основная ценность продукта – холодная ферментация. Табак «Осман» производится с использованием ароматизаторов, которые делаются для производства табака, а не булочек. Друзья, второе мероприятие из серии прокачки команды «Мир кальянов» от компании Mongol Group подошло к концу.